Всем привет! Мы на канале Свет ТВ. Сегодня мы открываем новогоднюю елочку. Вот такая какая-то должна елочка получиться. С кристалликами какими-то. Вот такая елочка получится. Так, сейчас прочитаем. Почувствуй себя волшебником. Вырасти сказочную елку. Я чего-то из кристалликов делаю. Так, тут, чтобы вот это все не читать, можно вот тут прочитать. Кратенько. Соедините составные части елочки и полейте волшебной водой. Так, через 2-3 часа получится вот такая. Через 4-6 часов вот уже будет такая. Что ж, начинаем смотреть. Тут какие-то наклейки. Вот часть елочки наши. Блестки тут какие-то. Звездочка. Это еще что-то. Волшебная вода, вот она наша. Так, сейчас будем разбираться. Это подставка для елочки. Давайте устанавливать нашу елочку. Так, сначала, наверное, вот так вот. Надо вот в эту прорезь, чтобы вот эта прорезь с этой сходилась. Вот так. Так, вот наша елочка. Что-то дальше. Теперь одеваем звездочку. Мы установили звездочку. Теперь будем наливать волшебную воду. По инструкции сказано, что надо налить в этот кружок. Потом мы ее, когда она станет вот такая пушистая, вот тут есть у нас наклейки, вот, и блестки. Потом ее можно будет украсить. Это, кстати, сказано, что ее нельзя трогать, пока она растет 2-3 часа. Пока елочка растет, у меня где-то затерялся киндер-сюрприз. Нарисован тут Rainbow Dash. И кукла, и пони. Сейчас посмотрим. Браслетик попался такой, на руку одевать. Так, значит, сначала надо сцепить его. Так, потом бабочку.
Так, вот такой браслетик. Ой, сначала надо расстегнуть его. Вот такой браслетик. Ну все, пройдем 2-3 часа, что получится из нашей елочки. На елочке появляются первые кристаллики. Вот, чуть-чуть веточки побелели. Прошло 6 часов, и вот наша такая елочка стала разноцветненькая. Теперь ее можно украшать блестками. А потом еще вот из этих штучек сделать бордюрчик. Вот такая должна получиться. Тут есть разные: зеленая, синяя. А у нас вот такая получится. Сейчас начинаем. Теперь надо сделать бордюрчик. Открываем бордюрчик. Ой. Раз. Два. Теперь надо согнуть. Еще тут есть прорези. Такой у нас получился заборчик. Теперь одеваем. Вот мы поставили наш бортик. Такая у нас елочка получилась. Спасибо. Ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!